И именно это они чаще всего говорят. Они говорят, почему вы утверждаете, что сказать, что у Бога есть палец или нога, это уподобление Бога созданным, потому что у человека есть ноги и пальцы. А сказать, что Бог видит и слышит, вы говорите, это не уподобление Бога созданным. Хотя люди же тоже видят и слышат. Мы говорим им, потому что в словах Бог видит и слышит, в этих словах нет приписывания Богу формы или места. Он видит и слышит без глаз, без ушей, без занимания места. В этих словах Бог видит, Бог слышит, Бог знает, Бог существует. В этих словах нет придания Богу телесности или размера, или места, или фигуры, или органов. И поэтому можно так говорить, это не уподобление Бога созданным. А если человек скажет такие неверные слова, как Бог на небе, или что у Бога есть глаз, и две руки, и палец, и нога, и лицо наверху, над троном, за хиджабом, и что у Бога есть стопа, и она будет положена на ад, то в этих словах есть явное придание Богу формы, образа, места. И даже если человек добавит, что у Аллаха лицо не такое, как у нас, это не меняет положение. Ведь этот человек уже сказал, что есть лицо, и указал местонахождение лица, что оно находится наверху, и что это лицо излучает свет, то вот это уже явное придание Богу образа и места. И добавить слова «не такое, как у нас» — это не меняет положение. Представьте, если какой-то человек скажет, что у Аллаха есть сердце, или печень, или почки, но не такие, как у нас, достойные его величия, почки и сердце, то разве такие нелепые слова будут для этого человека оправданием? Конечно же, не будут. Вам всем, каждому следует знать, дорогие мусульмане, особенно в наше время, вам следует знать, что иногда сказать о Боге не такое, как у нас, или не так, как мы, иногда это уместно, и это правильно так говорить, а иногда это вообще неуместно и совсем не подходит. Например, сказать, что Бог существует, но не так, как мы. Это правильно и так можно говорить, потому что слова «Бог существует» — в этих словах нет придания Богу формы. Сказать, что Бог существует, разве это значит, что у Бога есть фигура какая-то или тело? Не значит так. Человек просто говорит «Бог существует», в этих словах нет придания Богу формы. И после этих слов «Бог существует» потом добавить «не так, как мы» — тоже это корректно и это уместно. Правильно так говорить. Бог существует не так, как мы. Это значит, что Бог есть, Он на самом деле существует, но не так, как мы. То есть без плоти, без костей, без крови, без органов, без места, без начала, без конца, без изменений, не состоит из частей. Вот это, что значит Бог существует не так, как мы. Или же сказать, что Бог слышит, но не так, как мы, видит не так, как мы, знает, дарует, вознаграждает, наказывает. И добавить после этих слов «не так, как мы» тут это уместно и правильно, потому что в этих перечисленных словах нет придания Богу формы или места. А если какой-то человек скажет, например, что у Бога есть бровь или нос, или два глаза, или лицо, и скажет, что это лицо находится над троном, наверху, но это лицо не такое, как у нас, то вот тут не такое, как у нас, это уже неуместно, это не оправдание. И это не меняет тот факт, что человек предал Богу лицо и нахождение этого лица наверху. Это уже неверие. Такой человек впал в неверие, потому что лицо это уже придание Богу формы. А слово «наверху» — это указание местонахождения. Вот это уже явное придание Богу формы и места. Даже если человек скажет, что это лицо не такое, как у зверей и людей, это не меняет положение, а это лишь
попытка запутать умы людей. Или же, если кто-то скажет, что Бог парит, летает, но не так, как птицы, или вознесся, или спускается на небеса, или ходит, или бегает, или придет к людям в день суда. И если тут этот человек добавит «не так, как мы», это не оправдание, и это не спасает этого человека. Потому что в словах «возносится», «спускается» в этом есть приписывание Богу и формы, и места, и перемещение в местах движения. Я очень надеюсь, что вы понимаете отличие одного от другого, то, что я сейчас объяснял, когда есть предание Богу формы, а когда нет. Многие из тех, кто заразились убеждениями ваххабизма, чаще это молодежь, они часто говорят, почему сказать, что у Бога нога — это уподобление, а сказать, что Бог существует — это не уподобление. Сравнили «существует» и «нога». Это совсем не одно и то же. Несмотря на то, что оба эти слова употребляются в адрес человека, и слово «существует», и слово «нога», но разница в том, что в слове «нога» есть предание Богу формы, а в слове «существует» — нет. Нога или лист. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, описывая эту руку, сообщил о том, что она является правой, то, что у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля есть пальцы. Также в одном из достоверных хороших хадисов пришло то, что у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля есть кончики пальцев, то, что у Всевышнего Аллаха есть кисть и тому подобное, что описание, которое разъясняет нам и ведает нам Всевышний Аллах. That Allah has a finger. Or fingers. Do you believe in that? Has Allah got fingers? Has he got fingers? Yes. He does. На лике Всевышнего Аллаха в раю Аден. То есть верующие не могут постоянно смотреть на Всевышнего Аллаха, так, в раю. Почему? Потому что на лике Всевышнего Аллаха есть хиджаб, так, покрывало. Покрывало высокомерие. Покрывало высокомерие на лике Всевышнего Аллаха. То, что хиджаб этот, его покрывало находится на его лике. И покрывало это как называется? Называется ридау кибрия. Так покрывало высокомерие. Из огня, так? То есть как из света, из огня, излучает свет. Если бы Всевышний открыл свое покрывало со своего лика, убрал свое покрывало со своего лика, то сожгли бы, то есть свет, который исходит из его лика, сжег бы все, любую вещь, которая подпадает под зрение Всевышнего Аллаха. And we're talking about the wajh, the face of Allah subhanahu wa ta'ala. And I came across some very beneficial statements of Shaykh Salih bin Shaykh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala regarding this issue and his explanation of Aqidat al-Wasatiyah. However, we believe that he has a face, which is described by majesty and honor, and that it is described by splendor or beauty and greatness and light in a very powerful light, nur. His cover is radiance or fire, meaning Allah subhanahu wa ta'ala, his hijab, it is radiance or fire. If he uncovers it, then the brightness of his countenance will burn up the creature up to the end of his sight. And he said, and based upon this, we say that our belief is that we affirm that Allah has a face, a real face. إذا نحن نؤمن بأن لله تعالى رجلا وقدما. حقيقة ولا غير حقيقة؟ حقيقة. والكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل. الله لي باهشين. Allah.
Аллаху лейбехишин. И так будет ад требовать добавки, пока Господь величие не положит на него свою ногу, свою стопу, не наступит на него своей стопой. Вознесение Аллаха Субханаху Та'аля над престолом. Восхождение Аллаха Субханаху Та'аля, восшествие Аллаха Субханаху Та'аля на престол после создания небес и земли в буквальном смысле этого слова. Спускается наш Господь каждую ночь на ближнее небо или на ближние небеса, когда остается последняя треть ночи. Когда остается от ночи только ее последняя треть, Всевышний спускается на нижние небеса, на ближнее небо. Что ты должен сказать? Ты должен сказать, когда бывает последняя треть ночи у нас, хорошо? Когда в Крыму последняя треть ночи, тогда Аллах Субхану Тааля не сходит на ближайшее небо. Хорошо? Если бывает в Европе, значит, не сходит последняя треть ночи Аллах Субхану Тааля. Бывает в Америке, значит, там бывает время божественного исхождения в это время. Все. И начертил тебе Всевышний Аллах Таурат, то есть Тору, своей собственной рукой. То есть сам Всевышний Аллах начертил Тору своей собственной рукой. Кстати, в этом хадисе утверждение качества Всевышнего Аллаха Аль-Хат, почерк. У Аллаха Субхану Тааля два ока. А глаз у Аллаха Субхану Тааля два. Подведу итог. В таких словах, как «Бог видит, слышит, знает, существует, властвует, дарует, наказывает, вознаграждает, дает, отнимает», в этих словах нет придания Богу фигуры или тела, или места, или органов, и поэтому можно так говорить. И поэтому после таких слов можно добавить «не так, как мы». Например, властвует не так, как мы, вознаграждает не так, как мы, дарует не так, как мы, абсолютно все видит, но видит не так, как мы, без глаз и без частей тела. То есть вот после таких слов, в таких случаях можно говорить не так, как мы. А если человек скажет, что Бог бегает, или возносится, или спускается в небеса, или приходит, уходит, имеет пару рук, кисти рук, пальцы, ноги, стопу, лицо, два глаза, и что все это находится наверху, то это явное придание Богу образа и места. И поэтому тут добавить слова «не такие, как у нас», ноги не такие, как у нас, руки, пальцы, глаза наверху, но не такие, как у нас. Это не меняет ситуацию, это не оправдание. Это уже является явным неверием. И поэтому имам Ахмад ибн Хамбаль, который был мучтахид мутлак, это самая высокая степень учености в исламе. Эту степень имели имам Аш-Шафии, имам Малик, имам Абу Ханифа и другие. И вот этот мучтахид мутлак, имам Ахмад ибн Хамбаль, он сказал, что тот, кто скажет про Аллаха джисм, ля каляджсам кафар. То есть, кто скажет, что Аллах имеет тело, ля каляджсам, но он не такое тело, как другие тела, то есть не такое, как у нас, кафар, тот впадает в куфар, в неверие. И при этом имам Ахмад, он верил, что Аллах существует, что Аллах видит, что Аллах слышит, но видит не так, как мы, слышит не так, как мы, существует не так, как мы. То есть имам Ахмад прекрасно понимал, в каких случаях есть предание Богу формы и места, и не так, как мы, не такое, как у нас, это не спасет, а в каких случаях нет предания Богу формы, фигуры, места, и можно добавить «не так, как мы».